боец наш по земле, изувеченной войною, и пожары день и ночь полыхали за спиною. С той минуты, с той поры, как с семьей он разлучился, разучился петь солдат, улыбаться разучился. Из ручьев и разных рек он успел хлебнуть немало, только горькая вода жажду все ж не утоляла. И тогда сказал солдат: это дело не годится, разреши к тебе, земля, мне солдату обратиться. Ведь, моя земля, ты скажи хотя бы слово, где находится оно, наше поле Куликова, где последняя межа, где та самая граница, у которой я с врагом мог сполна бы расплатиться. Простор без конца и без начала, и родимая земля так солдату отвечала: ты воюй, солдат, с умом, ты воюй, солдат, толково, там, где ты сейчас стоишь, там и поле Куликова. Райком закрыт, все ушли на фронт. Райком открыт, все пришли с фронта. Нет, не все. И уже не придут. Михаил Иванович, а помните, в 40-м году вы меня вот на этом самом месте секретарем райкома утверждали? Помню, я все помню. Вань, вот за этим столом. Да, 2 года, 8 месяцев и 14 дней я здесь не был. Заходите, заходите.
пельмени. Так, ну ладно, попрошу внимания. Так, ребятишки, вы туда ну, идите. Начнем, да? Маша, садись. Значит так, уважаемые женщины, и вы, товарищи мужчины, давайте, в общем, располагайтесь. Кто как может. А что ж, секретарь, на улицу митинг не выносишь? Да нет, до митинга еще далеко, Игнат. Дело надо сделать. Так ведь дело уже сделано. Район наш, наш. Дело надо решением скрепить. Скрепляй. Постановлением райкома нашего и исполкома. Ну давай, скрепляй. Восстановить в районе советскую власть. Скрепляй. Правильно. Чтобы отныне и вовеки ни одна сволочь не ступала на нашу землю. Начинаем. Да здравствует советская власть. Да, правильно, дед. Значит, мы, давайте так. Если я в чем ошибусь, вы меня, так сказать, все поправляете. Начинаем. Исполняя волю трудящихся района, которые при помощи партизанской бригады «Смерть фашизму» разгромили немецко-фашистских оккупантов и их пособников. Комиссар, я предлагаю вычеркнуть этих пособников. Их не столько здесь было, чтобы ими вот такой документ паскудить, понимаешь? Для истории пишем. Ты тут такие слова подбираешь, чтобы, знаешь, они чистые были. Как слеза, чтоб были. Правильно я понял? А? Значит, тогда пойдет дальше так. Районный комитет Коммунистической партии большевиков Белоруссии и исполком районного совета депутатов трудящихся постановляет. Первое. Объявить на территории района советскую власть восстановленной. Могила моей мамы. Досадно было. Боя ждали. Ворчали старики. Что ж мы, на зимние квартиры
Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле. Есть разгуляться где на воле. Построили редут. У наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки. И леса синий. И леса синий. Верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго. И думал, угощу я друга. Постой-ка, брат, мусью. Что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали 3-й день. Что? Шифровка из обкома. В Муравских лесах блокирована 104-я бригада. Надо немедленно оказать помощь. Ясно. Что же делать? Урок-то прекращать нельзя? На-ка, читаем Бородино, вот, с этого места. Я? Поняла? Ты. Давай. Два дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи. Пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Хорошо, что вы здесь. Сегодня бригада покинет район. Почему? В Муравских лесах блокирована 104-я бригада. Шифровка обкома. Боеприпасы кончаются. Много раненых. Продовольствия нет. Кругом болото. В общем, как я понимаю, мы должны деблокировать бригаду ударом противнику в тыл. Так? Ты правильно понял. Я смотрю, вы все хорошо и правильно поняли. Один сказал, а другой все понял. Бригаду, значит, снимем. Район оставим. А советская власть, которую мы вот только что восстановили, а сеять кто будет? Мы будем сеять. Мы. И зону охранять будем мы. Поэтому предлагаю оставить здесь один отряд. Командование отрядом поручить тебе. А если блокада? Что вот он с одним отрядом сможет сделать? Ну как что? Хотя бы дам возможность отойти населению. На старую базу. И дальше. В другую зону. Приказ будет такой. Сегодня ночью бригада покидает зону. Командование бригады принимает Степан Воронецкий. Ты не рискуй. Проведешь сев, уводи людей в леса. А трудно придется в соседнюю зону. Фронт близко, сам понимаешь. Обратно нам не пробиться. Да, Лукич, видать уж, не скоро мы с тобой свидимся.
Путаешь здесь? Здесь. Товарищ комбриг. Зерно. Станции за речкой. В мешки погрузили, товарняк пригнали. Когда отправлять будут, не выяснил. Буди Лагутникова. Поведешь его. Пусть возьмет взвод ребят да пошустрее. К нашему приходу снимите охрану. Иван. Иван. Что? Откуда? Со станции. Подготовь все упряжки. Все до единой. Саперов, мастеров. Утром, чтобы были готовы. Будем наводить переправу. Есть. Да куда ты, бабка, ну лезешь? Давай. Поможи, поможи! Взяли! Подай, подай, бегу! Вот сюда, сюда клади. Приколачивай. Сынок, что? Сынок, послухай, я до тебе. Тут тебе письмо от Андрея про расстрел. Пишет, что зверуги немцы всю семью нейкого Бутевича забили. Спасибо, мать. Мо свояк. Погляди. Письмо он от Андрея получил. Мефодий нужен. Я поеду за Мефодием. Скоро вернусь. Командуй. Мефодий? Да. О. Ну чё? Куёшь? Ну а что прикажешь? На речке толкаться? Сапёрам мешать? Я лучше вон плуг налажу. Ты знаешь, зачем я пришел, Мефодий? Зачем? Не ожидал я от тебя, старик. Ладно, поехали. Ты нам нужен. К саперам, что ли? Пойдем. А ты чего такой-то? Постой, Иваныч.
Давно я тебе собирался одну штуку подарить. Девчонкам твоим берег. Настенке и Валюшке. Сейчас. То понимаешь ли, ты от немцев удираешь, то сам за ними гоняешься. Тебя и не поймать. Вот это твоим девчонкам. А то вдруг я окочурюсь. Планета без присмотра останется. Спасибо за память. Береги. Эй, поехали. Ну. Thank you.
Спохватились, фрицы. Пошел, стегани. Короткими стрелями берет патроны. Пошел, Ваня! Михаил Иванович, быстрее! Кому? Я к вам. Или вот к ним. Я золото к вас не задержу. Я не помешаю. Я... Мне вот сказать им и... Все. Ну, мы вас слушаем. Я вам принес вот эту вот планету. В 41-м году мы проходили деревню, а деревни уже той не было. Одни голые трубы и пепел. И вот среди этого пепла я увидел вот эту вот планету. Поднял я ее, посмотрел. И не мог оставить. Так с собой вот 3 года и носил. А вчера я подарил ее одному хорошему человеку. Намол вот ее. Береги. А вчера фашистский гад из автомата. Вот, дырочка маленькая, а города нет. А вот, страны нет целой. Вот, этот глобус я вам принес. Дырочки мы залатаем, вмятины выправим, на ось поставим, и пусть эта планета тут у вас вертится. Согласны? А? Согласны. Ну, так вот вам я его и оставляю. Берегите его.
школа. На. Сев. Оборона. Сев. Где тут командир? А? Где командир? Чего тебе? Командира шукаю. Не ты часом будешь, а? Часом не я. Во-во, то-то я, но правду люди кажуть. Так. Что Бутевич из дрона бригаду вывел. А за себе некого хлопчука покину. А у того кажуть, они ружа, у них людей что робится, а? Что робится, что ж это такое, без паники! За такие слова, знаешь, но? Под трибунал я можно. Який трибунал? А вот что ты кричишь? Что ты кричишь, а? Тихо, ну, ты послухай, тихо, ну, тихо. Ты послухай, ну, послухай. Давай, ну. Мне бабы кажуть, ну. Бежи Анюта в центр. Так. Сама погляди, что до чего. Так. У нас в понизовье як? Як только солнце за бугорка узыде, хлопчуки на древо лезут и глядят, что у райцентра робится, те висит флаг. Ага. И коли уже скажут, что висит флаг, ну. Да киды хотел чей. И жить веселее. Зачем? Слухай, вы бегу на звоницу затягнули. Зачем? Хай бы вся круга бачила. Во-во-во, треба. Повесим? Заговорился я с тобой, меня там бабы ждут. Нет, только мне только командиру солнце сказать. А там? Погоди ты! От усяго понизовья я. Бабы просили. Прислали меня бабы. Бабы вельми просили продержаться. Хоть бы зерне бульбу у землю кинуть. А там, коли потребуются бабы, то ты скажи, мы поможем. Спасибо. Спасибо. Но в понизовье, скажите, что окапываются партизаны, укрепляются. А еще скажите, что своими глазами видела. Их здесь видимо-невидимо. И так по секрету скажите, чтоб вся округа слышала. Ладно? И что командует ими молодой генерал. А, а то я же, а то я не скажу. Ага. Коли треба, каб уся округа ведала, то скажу, ага. Это ну, мы вот можем, и спасибо. Боже, во! И скажу, что это я круга и молодый генерал команды, ага. Молодый, молодый. Скажи, а. Скажи. Ну, леди, чем же я не генерал, а? Генерал. Чем? Ну, вот бабы, вот языки, вот бабы, каб я на им подсыхали. Вот что треба такое наговорить на человека, а? Ну, то я пойду, ну. То ну, я что пойду. Ж, спасибо. Доброго Бывайте. Здоровья. Да, объявить власть – это просто, а вот удержать, управиться с ей – это не каждый может. Тебе будет учителем быть, или там членский взнос собирать, там это по ВХО, или там это, по физкультуре. Ты теперь у нас, знаешь, как председатель совнаркома, а? Для всех ты тут вроде как бы ЦК, комиссар. Да, а у нас в зоне, знаешь ли, что не село, то республика. Красный флаг над сельсоветом, а флаг это сила. Сила, огромнейшая сила. Бутевич ее понимал, силу-то. Вот тетрадочка, ты вот вникни в нее, вникни. Вот, сев, оборона, сев. Стреляют. Да ерунда, там какие-то придурки палят с того берега. Да нечего там делать в охранении. А я 3 года в землю одни пули сею. Дай хоть на часок хлеборобским делом заняться. А? Ну, прошу тебя, ну, хлеборобским делом заняться. Петька, отдай ему свою севулку. На. И займи его место в траншее. Хорошо, Иван. Thank you.
Geschützinstellung bringen. Umkehren, los, Jungs, behalt euch, schneller. Aber Dalli, Dalli, bisschen Dalli, vorwärts, los. Na, vorwärts, los, schneller. Umkehren. Los. Ja, umkehren, weiter. Weitermachen. Auf mich zu, bitte, noch etwas. Weiter. Los, vorwärts, umkehren. Что вы здесь делаете? Унтер-офицер Кнап, по приказу господина обер-лейтенанта Квинке, обеспечиваю связь для согласования совместных действий. Продолжайте. Wieder, Herr Oberst. Sehen Sie sich das dreimal an. Meine Herren, bitte um Aufmerksamkeit. Das Regiment. Господа офицеры, по пути на фронт полк получил задание сделать остановку и провести тактическое учение с боевой стрельбой. Die vor uns stehende Aufgabe verfolgt doppelten Zweck. Поставленные задачи преследуют двойную цель – обучить пополнение действию в боевой обстановке и уничтожить опорный пункт партизан на том берегу. Приказываю всем батареям занять огневые позиции. Боевая готовность в 6:00. Когда склад снарядов, который вы здесь видели, наши пушки перебросят на тот берег, эта зона просто взлетит на воздух. Тех, кто уцелеет, прикончит пехотный полк. Он проведет учение после нас. Ну что? В общем, дела такие. На станцию пригнали артиллерийский полк. Снаряды грузят сразу на машину, отправляют на огневую, в нашу сторону. После артподготовки пойдет пехота, потом огнеметчики. Вот так. Так, ясно. Значит, через день-два двинется фронт. Зашевелились фрицы. Ну что ж, это и понятно. Ведь мы у них в оперативном тылу. Что же теперь делать будем? Нам нельзя принимать бой. Это почему ж? Люди у нас есть? Есть. Есть резервы. Поднимем отряды самообороны, будем рыть траншеи. Если бы у меня в 41-м году была такая силища, разве б я один день держал оборону? А сколько у тебя было тогда пушек? Три. Три. А сейчас? Одна. Одна. А у них полк. Они смешают нас с землей. Лично я знаю только одно. Уходить нам нельзя. Мы ж поле засеяли. Здесь люди. Тысячи людей. Дети. Да. А вот детей надо и отправить. Эх, парень. Ты еще не знаешь, на что способна одна пушка в бою. Хорошо. Подбери десяток надежных ребят
добровольцев. Считай нас троих. Примем удар на себя. Вот это дело. Не знаешь, где Мефодий? Тут был Неди. А, Унь-Унь, сам! Мефодий. Ну? Ты за ночь должен вывести людей из зоны. А вы? А мы вдесятером. В полночь должны перебраться на плоту. На тот берег, если удастся, уничтожить склад боеприпасов. Что же вы, братцы мои, значит, решили до конца доконать старика? Вся зона погибнет, если не уйдете. Одного, значит, оставляете. А ты вот попробуй, попробуй поднять, вытащить этих стариков, старух, детей. Их отсюда не выкуришь, этих траншей. Вот поговори с ними. Поговори. Насмерть стоят. Люди добрые. Спасибо вам за ваш труд. За вашу веру в победу. Со дня на день фронт перейдет в наступление. И мы встретим нашу Красную армию. Но те, кто не могут держать в руках оружие, должны уйти из зоны. Отступить. Як это отступить? Як это отступить? Мы только вздохнули. Мы только вздохнули, як вы район освободили. Старые мы, за вами бегчи. Вот что. Мы никуда не пойдем. Каратели идут. Вы и отступайте. Мне некуда. Я тут народилась, замуж вышла, детей народила, вырастила, на фронт послала. Тут я мужа поховала, отсюль никуда я не пойду. И мы не пойдем. И вы не пойдете. Тишина нужна. Но такая... Ничего, ничего, будет тебе тишина, будет. Чтобы на том берегу слышно было. М? Услышь, услышь, ты не волнуйся. Гармонь есть? Гармонь? Да. Гармонь есть. Да. Должна быть с вами. Именно потому, что ты фельдшер,
Ты останешься здесь. Понимаешь? Тьма такая, ни черта не видать. Ничего, Ваня, Петька выручит. Цель указания великая штука. Комбат, что там у тебя стряслось? Километрах 7 от нас идет сильный бой. Очаг боя смещается в сторону фронта. Вот смотри сам. Здесь мы, здесь оборона немцев. Кому там вести бой?
если партизаны? По данным Центрального партизанского штаба, на нашем направлении поблизости фронта партизан нет. По ту сторону реки была зона, а они передислоцировались вот сюда и сюда, и у нас с ними есть связь. Но бой-то идет. Шабловский, Шабловский, партизаны еще у тебя? Ну, те, которые сегодня доставили карту, не спят еще? Давай сюда. Да нет, не всех, командира, только быстро, Шабловский! Товарищ полковник, каждая минута дорога. Разрешите атаковать. Цели пристрелены, только ударить. Вот и подожди до утра. До общей команды, а там бей. Хоть до самой победы. Да я-то могу. А те? А если там нет никого, если это провокация? Не похоже, товарищ полковник. Немец не тот. Это не 41-й год. Товарищ командир, Стас убить! Отставить! Не задерживаться! Стой! Отчет бою! Снаряды давай жалеть! Огонь! Alles in Stellung gehen und keine Zeit verlieren! Снаряд, снаряд, быстрее, ну! Огонь! Господин полковник, партизаны. Партизаны с артиллерией? Это армейский десант. Разобраться по батареям и отходить к станции. Входите. Полковник Нагорный. Воронецкий Степан Лукич. Так, могут быть вот здесь партизаны? В этой зоне находилась наша бригада, но это было весной, а потом мы ушли из этой зоны. Здесь остался один отряд, чтобы провести посевную. Потом, как мы договорились, он должен был углубиться в леса. А вот его танкисты наблюдают в глубине обороны противника сильный бой. Неужели они? Четвертый. Товарищ командующий, на левом фланге полка в глубокой обороне противника идет сильный бой. Да. Разрешите силами 3-го танкового произвести разведку боем. Да. Знаю приказ. Но это берег реки, если представится возможность зацепиться. Есть, товарищ командующий. Так, возьмешь на броню роту автоматчиков, если представится малейшая возможность, зацепись за тот берег, комбат. Есть. Мы здешние. Разрешите с комбатом? Давай, партизан. Возьми своих, кого надо. Если танки прорвутся к реке, крепко поможешь нам. Огонь!
победа сквозь прицел глядит сурово, ведя огонь с рассвета до темна. Победа ходит с нами рядового, на столчине ли серого судна. Мы с нею их с одной хлебали пляги, делили все опасности в бою. Победа вместе с нами на Рейхстаге поставила фамилию свою. Только света и тепла. И значит, не случайно в 45-м весенний день победы к нам пришла. Гордимся тем, что в жизни все изведа, и с честью испытания прошли. Но красное полотнище победы с тобой мы хоть по ниточке плели. На белорусской земле сражалось 10 подпольных обкомов, 193 межрайкома, горкома и райкома партии, более 1380 первичных партийных организаций. В авангарде восставшего народа стоял 35-тысячный отряд коммунистов. Его боевым помощником и резервом был 100-тысячный отряд комсомольцев. В эти грозные годы комсомол стал воюющей организацией. Его деятельность направлялась партией и осуществлялась через Центральный комитет ВЛКСМ и ЦК Комсомола Белоруссии, 10 подпольных обкомов, 214 межрайкомов, горкомов и райкомов. Они создали в тылу врага 5800 первичных комсомольских и молодежных антифашистских организаций, 440 тысяч народных мстителей и более 400 тысяч бойцов партизанского резерва контролировали 60% территории республики. Народные мстители на белорусской земле уничтожили 500 000 фашистских солдат и офицеров. Мужество, стойкость, вера в победу, братское единство советских народов принесли мир и свободу многострадальной и героической белорусской земле. Сегодня она чтит павших и славит живых.